как вообще родилась идея провести такой семинар? Скажем, это наш не первый семинар. Мы издаем книги, издательский дом в Европе издает книги уже 8 лет, именно спортивная литература. И четвертый год мы работаем в России, привозим европейских специалистов в Россию, специалистов уровня топ, это профессиональный вид спорта, тренеры, которые тренируют олимпийских чемпионов, проводили по кросс-тренингу, по функциональной подготовке. Такие были у нас универсальные семинары. Мы с Дамиром познакомились тоже в процессе работы с волейболисткой. Одна из волейболисток получила травму и обратилась к Микаэлю. И нам пришлось взаимодействовать. Вот взаимодействие был Дамир, Микаэль и я. И мы в процессе работы пришли к мнению, что информации для игровых видов спорта, той, которой владеет Дамир, она требует освещения, и будет здорово, если как можно больше тренеров получит эту информацию от Дамира, получит эти знания, потому что на самом деле это уникальный человек, он работает не первый год в России, он дает его спортсмены показывают высокие результаты. Наталья Гончарова, я общалась с ней лично, она тренируется у него индивидуально, не только в команде, но и индивидуально. И она, конечно, подтверждает своим результатом его методику. И, наверное, история, если посмотреть историю спортсменов его команды на протяжении времени, мы увидим, что травм было очень-очень мало. И когда мы начали анализировать и пришли с Дамиром к мнению, что это все надо в систему, и у нас даже так программа называется «Система, работа, результат». Потому что если нет этой системы четкой, если нет работы по этой системе, а есть некий хаос, то тогда результата не будет. У нас система работы – результат. Поэтому мы сейчас провели этот семинар. Выйдет у нас книга по физической подготовке. После этой книги у нас стартует дистанционное обучение для волейболистов и также